Каждый год руководство УВД совместно с мэрией выбирают разный способ чествования семей погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции. Приемы проводились в горах Красной Поляны на территории Олимпийского парка, а в этом году была устроена экскурсия по морю на яхте. А после прогулки все собрались в одном из городских кафе. Вдов поздравили руководитель управления внутренних дел и глава Сочи. Власти, коллеги никогда не забудут великий подвиг, никогда не забудут этого человека. И, конечно, самое главное – это не забыть его близких, детей, оказывать всестороннюю поддержку, помощь. И наша задача власти как раз в этом и состоит. Матерям и женам погибших полицейских оказывается материальная помощь, решаются бытовые вопросы. Ежегодно семьям полицейских выделяют квартиры. В этом году ключи от нового жилья получат 10 сотрудников правоохранительных органов, которые достойно несут службу. Анатолий Пахомов также обсудил с женами и матерями погибших сотрудников полиции насущные городские проблемы. А после глава города и руководитель управления внутренних дел вручили вдовам цветы и подарки.